Доброе время суток, уважаемые подписчики. Вы знаете, данное видео должно было начаться с того, что мы с вами поедем смотреть очередной квадрохлам для подбора квадроцикла моему хорошему знакомому. И вы знаете, мне даже выкладывать этот квадрохлам не хочется. Мы с ним поехали смотреть ренегаты тысячные XXC. Вот, один был самый, так сказать, верх рынка, один что-то среднее рынка. Вот. Но что в топе мы ожидали там лялю за эти бабки, а получили какой-то хлам, да, то и, соответственно, в середине, наверное, ценового диапазона то же самое. Ну, в общем, трешняк. Смотреть на рынке больше нечего. И в связи с тем, что вот вы знаете, возможно, утиль подымут там или цены еще могут изменить, все-таки было решено приобрести новый квадроцикл. Я хочу вам сейчас показать, как мы его забирали. Поехали вместе с нами. Ну что, мы приехали в ТЦ. Здесь сидит наш старый знакомый, вы многие его знаете по роликам, Семен. Ну, мы сейчас по более верхнему уровню идем. К папе его приехали. Сейчас будем забирать новинку. Во, как у тебя, есть мандражка? У меня мандраж. Да не, я скажу, что это не те деньги, когда мандраж. Да? Удовольствие есть. Купить машинку на радиоуправлении, да, как будто то же самое. Ну, типа того, да. Уже да. Когда это уже там какая-то по счету там. За десятая техника энная. Уже спокойнее. Уже спокойнее к этому относишься. Ну да, точно. Ой, смотри, сейчас у нас Сокол попадет в рекламу, блядь. Когда же вы развалитесь-то, а? Сейчас мне опять напишут. Да чего, Сокол это круто. А я скажу, нет, Росомаха это круто. Так что такие дела. Идем. А я что-то не понял, а где твой? Где? Вот это поворот. Мы приехали за ним, а его нету. Как так-то? Все продали. Все? Представляете, 2 часа ехали. И приехали, вот здесь стоял, и нету. Надеюсь, это розыгрыш, конечно. Я тут хотел в красивом цветом свете, так сказать, подсветки показать. Ну, покажу вам спортсмена 570-го, туристического. А вон там литрушечка есть. Ах, смотрите, какой белый перламутр вообще просто. Вот это рычаг! Его скрутить нельзя, интересно? Так, надо вот этот болтик открутить. Класс! Сейчас надо Вове показать, что такая кочерга есть. Я думаю, он себе захочет. Так, вердикт твой. Тогда снеголотоход Sportsman XP Ghost Grey, понял? Призрачный серый. 1 452 000. И вот тут Вова набрал, набрал, короче, аксессуаров всяких. Так, бутылка для воды, очень полезная штука. Знак парковки, крепление защиты рук, комплект зеркал. Для универсальных. Обогрев ручек. Обогрев курка, защита рук черная. О, слушай, нормально. Вот это хорошая штука. Молодец. Вот, ты знаешь, что покупать из доп. Аксессуаров, а? Вов, я вот, знаешь... Я повешу знак, бутылку для воды налью вискарь, блядь, и буду кайфовать. Слушай, ты, наверное, единственный квадроциклист, который выбрал такой набор топов. Бутылку для воды. Знак парковки. Слушай, ну, с тем учетом, что он не такой дорогой, я бы себе такой тоже бы заимел бы. Еще очень, да. А когда ретировочно? Вот так. Во! Ну что, я тебя поздравляю. Купил комплект бумажек. Сейчас пойдем заберем
твоего красавца. Слушай, это, наверное, первый квадроцикл, который ты сам купил. Ну да, получается так. Ну вообще, да, то есть до этого у тебя день, да. Эндуро же там, вот эти кроссачи первый, было много, да. Первый квадроцикл, который был, да, это был подарок моему отцу, и это было еще далекие 2000, там, какие-то 10-е, 12-е года. Ну да, Honda TRX была, я помню. Даже она, по-моему, была, дай бог память, 6-го или 7-го года. Ну да, вот такой с квадратной фарой. И разрезной мозг был. Вот знаешь, да, все, да. Все говорят, что в жизни циклично. Да, то есть периодически мы, говорит, не зарекаемся, и мы просто возвращаемся порой к своему хобби обратно. Мы поехали до сервиса. Какие ворота? А, дальше мы. Сейчас вражеская территория. Канам. Один канам. Дальше там будут. Тут должны быть Полярис, да, пускай механика. Вот там, вот они, скорее всего, вот те следующие. Сейчас такой, что дым стелящийся такой должен был уходить отсюда. Давай, иди, братуха, к своему хоть этому. Слушайте, 21-й модельный год, Polaris Highlifter. Я думаю, еще владельцев мало. Ох, пушка. Просто пушка, посмотрите, а. Вов, я могу по клиренсу, по-моему, просто проползти там. Не напрягаясь. Я думаю, что ты ищешь, как его завести? Да. Да, лошара. Нужно, парковка стоит, паркинг? Стоит? И смотри, берешь так? Ключиком. Ой, дай прогреться-то ему, наверное, чуть-чуть. Слушай, ну, вай. То есть вот так просто, да? Да, приборка вот эта хорошая, в отличие от того, что было. Это паркинг. Да, вижу. Вверх всегда моргает. Приближаешь, да, машешь. Слушай, бурлюкает, да? Бурлюкает, а? Скоро поедем в Кайс. Да, вообще прям уф. Бля, брутальная хрень, а. Слушайте, ну, расцветочка, конечно, класс. Мне очень нравится. Эти вот колеса, о, узкие, прям как эти покрышки. Вов, красивый. Прям вообще прям. Нарядный он прям просто, а. Сразу, наверное, на полный включи, чтобы заезжали туда. На полном заезжать, наверное, будем. У него включение полного привода все одной кнопкой. Вот АВД и туда тык. Свет прям вот этот с оранжевым бампером. Классно, да, когда вот новое вот это берешь, ощущения все вот эти прям незабываемые. Запах, да, всего этого. Да, альтернатив мало. Да. Не передать, конечно, через камеру, какой здесь запах стоит. Вот, на одометре когда маленькая все. Так, ну-ка. Температура, время. Так, это что у меня? Часики. Надо просто посмелее в него заезжать, чтобы он упрокинулся. Конечно, он должен прям до конца и опрокидываться. Кстати, у Polaris новая подвеска в 21-м модельном годе. Они ее тут тоже переделали. Я думаю, что поподробнее уже там снимем обзорчик на него. Да, сейчас сделаем. Да. У нас сейчас просто покупка. А мог быть владельцем Бирпи-Ренегат. Но, смотрите, как повернулось, да? На кофеварку. Да, взяли кофеварку. У меня в офисе есть. Теперь у тебя в гараже. Новая политика. Ну да, согласен, ничего за эти деньги не взять.
какой ценовой категории? Ну что, XMR, извините, готовьтесь к 2 миллионам на новый. А здесь, считайте, ну, 1,5, но уже заряжен. Ну вот, теперь есть кому кататься с Димой Нордвеем. А то он все спрашивает, где Полариса, где Полариса? А теперь, оп, Поларис у нас есть. Да, я готов на любые движения. Да. Крутяк.